Если ты еще не играешь в World of Warships, то возможно ты их просто не распробовал. Ведь только после нескольких боев понимаешь, что здесь рулит не бешеное клацание мышкой, а умение читать противника и точный расчет. Дай кораблям еще один шанс, тем более, что при регистрации по ссылке в описании ты получишь 3 миллиона кредитов, премиальный крейсер Диана и 5 сотен золота для комфортного старта. Всем привет и приветствую вас на моем канале, за микрофоном, как всегда, Плагиат, на этот раз, надеюсь, в 60 кадров в секунду, и сегодня мы с вами будем играть на квест Варе. Понимаю, не самая оригинальная колода, на которой можно было, по которой можно было записать видос, однако следует иметь в виду, начнем сразу же с монетки, давайте откроемся, не буду ставить пока что разрешиться везде, потому что она не нужна здесь, бойца Северного Волка выставлю. Да, не самая оригинальная колода, на которой вообще можно было сделать видос, да и как бы... Она уже в Хардстоуне находится достаточно долго. Она появилась еще с Унгора, когда ввели квесты. Однако на данный момент данная дека каким-то невероятным образом набрала неплохие обороты и разваривает все и вся. Понимаю, странно. Но сейчас мы как раз это будем чекать. Судя по всему, или по крайней мере судя по тому, что я пока что вижу в исполнении этого... этого воина... Это может быть рекрут, что, конечно, не очень будет приятно, однако у нас уже 4 из 7 выполненных квестов. 4 из 7, я имею в виду. Поставлена провокация для того, чтобы квест активировался. Вот, короче говоря, если он сейчас не сильно нас задавит, ремовалов у меня пока что нету, казни, да, то вполне себе победить можно. Вот, квест воин нормально набрал обороты. Это вообще можно объяснить тем, что разбойница. Квест разбойница, она отошла на задний план после того, как ее наконец-то еще раз понерфили. Второй раз. Nice нерфим. Но нет, я бы хуже сделал, Blizzard, не обижайтесь. Таким образом, она дала возможность таким колодам, медленным колодам, как квест вары, квест жрец, прорваться в мету и показать себя. Эх, очень жалко. Ну, сульфраз я все-таки очень хочу. Я сульфраз больше хочу, чем забрать геоскульптора, поэтому... Давай так. Сейчас, наверное, это идеальный заход. Я на каждом ходу выставлял провокацию. На каждом. И к шестому ходу... Ну да, логично. С учетом того, что я выставил две провокации на последний ход, все логично. Уже к седьмому сульфраз в руке. Это жестко, да, понимаю. Это очень жесткий заход. Ну, что, такое бывает. Мирор, кстати, интересный, потому что, ну, чаще сейчас всего встречаются различные там квест-присты, от разбойницы, кстати, развелось их. Вот с одразбойницами немножко так неприятно будет, если вам не зайдет сухой сброник и тропа войны. Что ж, давайте, пока я не забыл, ну, я не забуду, поговорим о заменах, которые можно произвести в этой колоде. Кстати, как вы могли заметить, она довольно-таки фри-ту-плейная, поэтому... возрадуйтесь, наконец-то Плагиат играет не на какой-то там деке за миллиард пыли, которая еще и не факт, что играет. Так. Что, надеемся на лучшее? Хотя бы... Надеюсь хотя бы на то, что в лицо не попадет. Надо было сначала ударить, сейчас меня игра накажет. Нет, не накажет, Найс. Да, не наказывает. Вот. Надо было сначала ударить, потому что добор с первым делаешь. Ну, каждый раз одно и то же. Ну, когда же он научится уже. Все, отлично. Теперь мы можем контролить его стол. Ну, контролить, да? С обилкой. А пока что давайте закончу с заменами, если я еще не начал. Значит, владыку с плети Гороша, да, самую проблемную карту, на мой взгляд, которая вообще больше всего проблем, возможно, вызовет у тех, кто захочет поиграть на этой колоде, да? Найс. Не хочу тратить тропу войны, она может нанести 5. Вот. Владыку плети Гороша можно заменить на короля лича. Понимаю, не легендарка. Точнее, как бы по ценности тоже легендарка. Поэтому если вы играете прям конкретно, вы фри-ту-плей игрок, то владыку можно заменить на второго доисторического дракона. Также. Челик, к слову, конкретно давит, это обидно. Я конкретно чищу, это для него вдвойне обидно. Так, сейчас, секунду, с заменами продолжим, когда я допру, чего у него не хватает. У него не хватает гниломорда еще.
из таких тяжелых легендарок. Ну и... Я что-то точно забываю. Сейчас мы, возможно, увидим. Нет, немножко не то. Ладно. Давай еще раз меняю его. Ладно, хоть раз мне должно не запереть, я понимаю. Не буду играть жадно. Сыграю так. Хотя я уже жадно сыграл, дав обилку. Так вот, значит, владыку плети гроша можно заменить на доисторического дракона, если у вас совсем мало пыли, или на короля лича. Также вы можете заменить дракона одного доисторического, да, если вы играете два. Короче, в идеале должен быть один, не меньше одного доисторического дракона. Вот. Секундочку. Я тут хайлайтик просто увидел. Подожди, или я уже потерял его? А, то есть то, что... Ага. Ага, пока я отхожу от этого поражения, которое я 100% покажу. Колода, кстати, очень интересная у него. Это сборка рекрут воина через башню. Возможно, я на нее тоже сниму ролик. Найс, найс. В общем-то, хотел бы также сказать, что то, что минимум один доисторический дракон есть, да, поэтому если вы второго будете заменять, то если второго у вас нету, да, и не хватает последней карты, то вы используете Слизня или Харрисона, также они помогают, потому что добра в этой колоде не так уж и много. Ставлю Служителя Боли, потому что знаю, что у Престов, так как я на Квестжисен довольно-таки много игр наиграл, у них не будет сейчас ремувала, и я спокойно возьму одну карту, может даже больше. Плеть, но плеть заберет и Талноса. В общем-то, нам приятно, в любом случае, от этого Акалита. Вот, по заменам закончили, потому что замен не так уж и много. Вы заметили, что колода очень дешевая, ну, очень... Ну да, по сравнению с теми, на которые я обычно снимаю, она куда дешевле. Также она очень проста в исполнении. Единственный конкретный вопрос, да, касается Мулигана. Очень интересный вопрос с квестом. Именно потому, что... Сейчас я вспомню название, секунду. Сердце огненного венца — это один из тех квестов, которые рекомендуется сбрасывать против крайне агрессивных колод. То есть, если в мету конкретно войдет какой-нибудь агромаг, да, мурлок-маг, агромаг, ну, то есть, ну, вы поняли, стандартный такой, который раньше секрет-магом назывался, сейчас его темпо-магом больше называют, темпо-агро, что-то такое. Вот, если в мету конкретно завалятся, так скажем, да, эти маги, и когда вы будете попадаться против мага, вы, как бы... Вполне себе можете сбрасывать вес. Ну, потому что Сульфурас сразу же в агро-матчапе, если мы играем против агро-колоды, он сразу же перестает быть вин-кондишном, потому что наш вин-кондишн против агро-колод — это просто выжить, заставить себя провокациями, которых у нас в колоде просто пруд-пруди, и таким образом не дать задавить себя. Вот, реализовывать это, ну, не сказал бы, что сверх просто, но как бы канает, как минимум. Не знаю, ударить, не ударить... Он в любом случае, у него 6 маны хватит и на Вестника Зарева. О, говорю, так, Зарева, подожди. Вестника Заката. Вот, вечно путал, вот сейчас вот правильно сказал. Вот, поэтому давай уже ударю. Это я к чему? Просто так бы он, если бы я двумя сейчас затрейдился, да, вот этими единицами, у него было 3 хп, и в любом случае его бы тоже отлетал от Вестника Заката. Однако у него еще за 2 маны обилка есть, так у него в любом случае дерево выживет. Такие дела. Кстати, у этого жреца не очень дела... Ну, его дела не очень хорошо идут. Обычно на стримах своих я уже завершаю квест. Ну, как-то так. Я не буду сейчас что-то с оружиями делать. Мне нужно как можно быстрее добрать мои остальные провокации. Но эта игра может конкретно затянуться. И в конце концов жрец вообще выиграть может, если он скопирует Амару через Золу. Ну, на 9-й ход это уже активация квеста будет. Поэтому давайте начнем с ладыки откроюсь. Как раз 3 удара смогу успеть делать. Разбиваюсь так, потому что прекрасно понимаю, что с Акалита нужно добрать чуть больше карт. Да, он может сейчас каким-нибудь образом нанести 3 урона, да, например, там, дать 2 плети плюс...
черт знает что еще сверху и спалить мне одну карту, он явно это делать не будет. Посмотрим, смогу ли я его задавить. Просто на стриме я такому проигрывал уже квест-джитсу. Просто мне воин настрелял, ну, просто нереальное количество урон нанес. Тут как бы, ну, правда, там я допустил ошибку. То есть, если этот челик ставит Амару и делает на нее золу, я сразу же сдаюсь, потому что это будет не выиграть. Надо решать быстрее. Доберем квест уже. Здесь буду размениваться, не вижу вообще смысла особого идти в лицо ему, пока обилку... Ну, то есть один урон ему ничего не сделает. Не волнуйтесь, у меня не 10 карт, а 9, как бы все нормально, все под контролем. Кстати, да, наверное, все-таки будет 10, он мне спалит одну картонку или две, если он очень сильно захочет. Вот, но здесь как бы Престу нечего бояться, да, у него еще в запасе 35, ну, 34, да, плюс еще 40 сверху, 39. А то я помню, ко мне пристали, когда я в ролике одном сказал, что в топе с колодами я сказал то, что Прист, типа, плюс 80 хп себе делает, и все там математики такие подбежали, у тебя не может быть еще плюс 80, потому что ты уже умрешь. 0 хп быть не может. Да, кстати, он решил все-таки сжечь мне карту. Найс ходы, чувак. Мог бы, кстати... Ой, вот это обидно. Ходы ходами, но вон то было обидно. Разменяюсь так, чтобы минимизировать урон по моим существам. Крутёлка не нужна никому. Окей, ну погнали ломать ему лицо. Ломать лицо мне нравки. Но надо держать в голове то, что квест вары вот эти вот. Вы можете, кстати, попробовать играть ту 3 маны 3-4 карту, которая перезаряжает вашу силу героя, просто чтобы увеличить свои шансы. Хоть на чуть-чуть. Так, давай, короче, так. По, если что, по усталости вы жрецов так легко не выиграете, потому что они просто Бенедикта потом ставят, и на этом все. На этом заканчивается вся ваша усталость, поэтому против этого жреца стоит, наоборот, играть на усталость, то есть как можно быстрее. Потому что вы в любом случае не сможете выйти позже него на усталость, только если спалите Бенедикта. Нормально, он как-то... Я бы на его месте так не делал. Понятно, да, что я здесь могу, в принципе... Если у меня два урона еще был, я бы его как-нибудь залеталил каким-нибудь мистическим образом. Милые динозаврики. Милые динозаврики. Хорошая броня. Самое время немножко брони получить. Подумаешь, 66 хп. Мне кажется, у каждого воина должно быть примерно минимум 30 брони. Тьма говорит со мной. А под золото места нет. О, найс! Он золото не дал. Сейчас срочно нужно забирать Амару. Забрал, проверяй. Вот сейчас шанс есть. Все, как я и планировал, складывается. А, минус квест жрецов, они иногда имеют очень слабый стол. То есть вот эти вот зов сумерек, да, как бы, они при помощи возрождения 1-1 существ получают много ресурсов. Однако, если посмотреть на колоду, то там не так уж и много жирных существ, которые могли бы встать в защиту сульфураза, так сказать. Принять на себя урон, который прилетает на лицо очень часто. Сделаю так, все-таки... немножко противоречащий моему геймплану сделал сейчас ход, да, то есть я говорил, что как можно быстрее на усталость выходите, но уже как-то поздновато. Ну, то есть он в любом случае, да, как бы я уже объяснял, да, почему из-за Бенедикта он позже будет фатигаться, но мне не очень хочется сейчас выходить на мощный удар, когда я могу его, в принципе, не юзать при зачистке. Ну вот, что я и сказал, то есть это... It's useless. Useless. Сейчас я, пожалуй, дровнусь. Где логика этого ютубера?
Скорее всего, сейчас будет юзать Эликстразу. Если я тапдекаю казнь, то я побеждаю. А, нет. Что я несу? Если я тапдекаю казнь, то становится легче. Уже не Эликстраза, уже хорошо. Монетку он использовал. Что за пот? Я просто хочу нажимать обилку и убивать твое лицо. Жрец, пожалуйста, сжалься. Ты не реализовал Амару с Гаргоной. Все, ты отлетаешь. Пожалуйста, отлети. Неплохо сыграно. Неплохо сыграно. Достойно. Ну дай ты стрельнуть. Ну вот что за человек? Ничего не доказывает. Я надеюсь, что... Я надеюсь, для разнообразности геймплея мы, во-первых, попались против темпа друида. И во-вторых, если мы попались все-таки против кансеров Сияметы, да, то ему понравятся мои дракончики. Ну что, ребята, ставим ставки. Если все-таки это таунт друид, то хотелось бы узнать ваши коэффициенты. Касательно того, кого он будет воскрешать с время ведьмовства. Моих рапторов или своего хадронокса. Очень сильно склоняюсь к рапторам, потому что их три, хадронокс один. Че не ударился? Немножко напряжен, то что он еще ничего не сделал, поэтому я, пожалуй, тропу войны изну. Вдруг все-таки это будет темпо друид. Забафает их и меня просто вынесет ногами. Впечатляет. Впечатляет. Ну да, я юзнул тропу войны один раз всего лишь. Ну и что? Монетка. Так, блин, непонятно еще. Рили, непонятно. Злого духа нужно всегда доджить, если только он вам не грозит смертью, потому что так он по мане будет разгоняться медленнее. Все еще ничего не понятно. Что это за колода? Ваэда. Ну хотя бы подровуюсь, что. Ну некоторые друиды, возможно, жадного духа кладут в колоду для того, чтобы рампиться быстрее. Значит, он пожертвовал, возможно, каким-нибудь буйным ростом. Дарфрод в рамп? Вот, вот это я понимаю. Теперь все понятно. Я сказал, все понятно? Нет. Меня просто смутило. Как бы две вещи. Это жадный дух и деспот. Одного, допустим, он разменяет, даст мне одну карту. Второго я очень надеюсь, что у него не найдется ремол на второго. И я хотя бы с них три карты получу вместо двух. Ладно, окей, пусть это будет таундроид. Так, на второго нашел? Нашел. Единичка, значит, да? А, свайп. Ух, very nice. Ладно, пока что так. Я уверен, что это не какой-то там друид рамп. Серьезно. Я вам зуб даю. Точнее, не рампа, а темпа. Только не игри велплейт и не бафа их всех. Что же мне делать? Знаете... Ошибиться было не трудно. Я очень хотел в этот геймплей запихнуть противостояние... Агроколодия. У меня это вышло. Я очень счастлив, кстати, на самом деле, сейчас. Сейчас я очень счастлив. Пока даю до исторического дракона. Всего лишь два древня появятся сверху. Могло быть три, это его мисплей. Возможно, это решит игру. Возможно. Не говорю, что 100%, то возможно. Вот, пока что не буду тропу войны использовать, потому что он в любом случае будет ставить еще виспов, как минимум одних. И их с тропы войны вообще легчайшим образом можно зачистить. Если я даю потасовку, то там еще целый стол остается. Вот, поэтому... С ним пердим. Главное, чтобы не яд. Яд это супер обидно будет. То, что он сейчас ударился, это, конечно, просто success. И вот один из тех моментов, когда ты вроде с Сульфурасом, а вроде и хз использовать или нет.
Хотя для меня здесь более-менее все понятно. Я буду его использовать, потому что мне нужно оружие для того, чтобы убивать ненужных существ. И восьмера, главное, чтобы чистить. Все, чтобы чистить. Чистим стол, побеждаем. Лишь бы он завязал кривовато свои огоньки. Не помню, как карта называется, но я помню то, что он виспов целый стол спавит, спавнит и все. Занятная паутина. Лесные огоньки, спасибо. Спасибо, Фура помог. Ну вот, это победный. Тупо победно оставил тропу войны. Кстати, я уже байтил на лайки, нет? Я так посмотрел на Малигос Друиде. 6000 плюс, там почти 7000. Я такой типа, вау, подофигел. Записал еще ролик. Что я получаю? 4000. Я такой, да, неплохо. Потом смотрю на просмотры и такой, боже, могло же быть намного лучше. Раз. Второго не буду ставить чисто, потому что еще могут быть... Вот, продолжаю. Это я так. Это называется новый стиль байта на лайке. Как будто непринужденно так. Вот. Попробуем сейчас так забайтить. Вот, ребята. Ну, короче, я понимаю, что, возможно, некоторые... Когда ты не успел забайтить на лайк. Что ж, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, ролик вам понравился. И надеюсь, что я это зарендерю в 60 FPS и заслужу реально качественный лайк за то, что теперь все ролики будут геймплейные как минимум в 60 FPS. Так намного приятнее глазу, да и процессор мой новый. Спасибо вам, благодаря вам будет как бы не простаивать, а работать на полную мощность. Надеюсь, по геймплею вам все ясно и вы рады тому, что я предоставил вам колоду, которая, ну, в принципе, можно считать по сравнению с теми, на которых я раньше играл, да, практически в подавляющем большинстве роликов, она довольно-таки бюджетная. Вы можете прямо сейчас ее брать, идти и ломать лица. Что ж, ну а если ролик вам понравился, буду очень благодарен за лайк и подписку на канал, если вы еще не подписаны. А за микрофоном был, как всегда, Плагиат. И увидимся в следующем ролике.